Цицура сразу же метнул своим воротом. И вот сейчас отскочила к нему шайба, набирает скорость Владислав. От Григоренко может и уйти, дает по тормозам. Передача, Воробьев. Ой, здорово. И забивает Иван Воробьев. Красивейшая шайба, 1-0 Витязь. Да, шикарный индивидуальный гол, конечно, вот этот проход. Сейчас посмотрим повтор, но прям уважение. Болельщики Витязя на трибунах радуются. И есть чему. Вот как развивалась эта голевая атака.